Водное растение, которое склеяет спорами ночной. Ладно. Дальше меня назвали Человек Туман. Потому что я все время был в тумане и прыгал на людей. Эх, вот были деньги. О боже, туман! Не детальный! Нет, а почему он такой, кстати? Это стимовская версия у тебя, да? Да. А почему так? И откуда Майкл Джексон? Я не знаю, почему он здесь сейчас такой, ну ладно. Всё, 8 мест. Ну имба немного, ну ладно, типа пусть будет, а то чё. Ну вот эти... Блок. Я не буду покупать, я вот могу вот еще чистильщик бассейнов купить, пусть. Дайте мне попытаться вспомнить, короче, как вообще ночные уровни проходить, кек. Вот это возьму. Что-нибудь убивающее просто нужно. Плюс тут еще машинки здесь нету, но... Да, машинки... Ой, здесь есть псих. Здесь нет ничего, чтобы высоко прыгает, только взрывается, вот. Поэтому ладно, пусть маленький будет. Посмотрим, не знаю, чушь. Пушинка есть, гриб для получения солнца есть. Знаешь, мне кажется, что вот этот туман не детальный из-за того, что поставил русификатор. Да. Не знаю. Интересно, а будет ли проще видеть зомби вот помимо самого верхнего? Нет. Подождите, просто музыка как-то необычно играет, и я ее не помню, как будто она не такая была. Слушайте. Оригинале. Просто вот конкретно это я вообще вот не помню, чтобы именно одна такая была. Смотрите, такой гриб хорошо мне будет указывать, что там что-то есть. Но потом тумана будет больше, конечно, и будет... А потом больше, появится вот светильник. Больше. Светильник такое можно, но не нужно как бы. Ну, не обязательно. Не обязательно. Он ест гриб! Не Нет. смеет. Здесь просто очень ограничена валюта вся эта, и тяжело кувшинки из этого ставить. Гриб на кувшинке вообще спокойно растет. Ладно. Казалось бы. А вот, наверное, взрывной там большой вот этот, который с кратерами, конечно же, нельзя на кувшинку поставить. Ну да. Нет, по-моему, можно. Погоди, чё? Из того места ты не сможешь кувшинку потом просто поставить. А, на время, да? А чё будет? Ну, да. Как выглядеть-то будет? Кратер же не будет его. Типа просто пустое место. Нет. О нет, нет, на. Где он идет? Мой парень идет. Вот он, живет. Умри, ура! Буду всячески обороняя. Хватит мне столько вот. А чё не пользуемся вот этими морскими вот? Морскими? О, у меня же... Я про них забыла, лол. Подсказал подсказку на всем. Я бы даже не вспомнила, скорее всего, про него. Споровик? Можно, наверное, даже отсюда дотянется. Но споровик это лютый. Он просто по всей линии начинает. Тяжело будет. Кстати, сейчас тяжело будет. У меня орех взорвали. Вот здесь сейчас вот не получается, смотри. Монетка. Нет, я посмотрела. Молча, когда накосилка, и зависла эта последняя волна. А, понимаю. О, все. Нет, у меня же не работают эти грибы теперь. Да, побольше. Он пойдет. А то орех сейчас развалится, он еще не откатился даже мне. О. Почему это растение? Возьмем его по приколу. Вроде вот пеньки вот тоже что-то светят, но еле-еле вот в тумане вот светят. Да, немного освещать туман, кек. Я хочу посмотреть, как это работает. Драться-то чем буду? Бесплатными грибами? Давай! У нас тут бойня будет сейчас. Фонарь освещает. Ну просто, я просто всегда, когда новое растение дают, я всегда его беру. Поэтому так уже по приколу. А это надо потестить. А это тоже надо потестить. Просто посмотреть, как он светится. Пень-факир не светит, говорят. Заскамили меня опять. А вот он не светит, наверное. Я прям хочу на него накопить и посмотреть, как он будет выглядеть. Дай кувшинку. Фонарик нужен охранный, иначе не будет света. Ну да. Как? Ну типа съедят, и света не будет. Ну если съедят, а если не съедят? Будет свет. Да будет свет. Чё? Едят. Кого едят-то? Здесь вверх просто едят. Шлёпает этот. Не, я могу, конечно, начать грохострелы уже ставить. Я хочу просто реально посмотреть. Ну, пишешь. Я тоже думаю, что не будет светить костер, потому что, не знаю. Не тратим солнце. Где-нибудь здесь поставлю сейчас. О, немного светит, смотрите. Светит! Я работает. Сказал, но немного. Чуть-чуть работает, да. Не, ну логика тут есть. Что-то все плохо, да, у меня? Я ни хрена не внимательный вообще, капец. Хочу просто пеньки уже, но мне деньги нужны солнечные. Фонарь я хочу тоже какой-нибудь сюда поставить, там, я не знаю.
Он, кстати, дешевый, смотрите. О! А! Его жрут! Молодец! У меня тут обороны не хватает на воде вообще люто. Сейчас будет прикол. Так, раз, смотрите, два, три. Встает! Вот как это выглядит. Да, че за хрень? Нормально справляется. Тупо горохострелов один ряд, даже сейчас еще пеньков нету. Ну прикольно продумали, что он вообще дает свет какой-то. Продумано. Логика должна быть. Нет, нельзя. Ну все. Я сижу, у него рука уже отвалится. Придется некрасивый орех. Ну надо сначала ему шлем вот снять, а потом уже рука отвалится. О, когда мне уже дадут этот гриб, который притягивает шлема, наверное, сейчас уже дадут. Скоро-скоро. Капец, не хватает бабла опять. Один из этих грибов не хватает. Что будешь делать? Подожду, пока не появятся все. Жрут. А? Радиуса не хватило. Ну, до него я знала, что радиуса не хватит, а я вот этих вот просто волну тут снесла. А все что ли? Сейчас... воздушные шарики пойдут. Да, его придется брать. А эти шарики разве высокий орех перелетают? Они, по-моему, об него... По-моему, нет. Что-то я не помню такого. Тоже не помню. Что-то перелетает. Ладно, рискнем здоровьем. Вот пусть для разнообразия будет такая тактика. А туман все еще маленький. Да ё-моё, мне эту фонарь нахрен тогда не нужен, потому что мало тумана. Он стал на одну клетку больше. Ну, это все равно мало. Хочу фонарь поставить. А то что это у нас растения дали, я не пользуюсь. Раз уже взяла. А еще хочется, чтобы второе было здесь, вот фонарь этот. Фонарь на кувшинке с водой. Нормально вообще? Кактусы надо ставить, кстати. Конечно, понимаю, что пока никого нет. И они, скорее всего, на финише только будут. Когда волна пойдет. А, ну, здесь только... Ну, к волне-то накопиться ну, надо. Ну да, вот малюшка. А нет, что полетел. Летадла! Давай быстрее. Летадла прилетела. По-моему, они еще и в воде могут быть. Да, они могут над водой лететь. Да, а могут. Когда упал шарик, то они утонули. Нет. Они начинают в воде идти. Сейчас воде. Посмотрим. В смысле? Я думал, они тонут уже и умирают. Скорее всего, они тонут, потому что здесь все-таки зомбари имеют круги всякие плавательные, а там что, ну да, нет? А у него нету ничего спасательного, так что вот смерть скоро. По логике он должен утонуть, конечно. Ужас, а где вот будут они? Мне не хватает времени, чтобы собрать кактусы. Чего тут так много? Где шарик поверху летит, вот я вижу. В середине все. Это, наверное, единственный шарик, который вообще здесь был. Бум. Они всех едят! Здесь нету дамага. Да мне. Я все просмотрел. Мне не хватает на него денег. Ужас. А да, до этих не дотянулось, да, гениально. Класс! Мне стенорех надо. Я не успею. Этот гриб долго перезаряжается. Класс. Пусть они его едят. Да дай ты мне уже солнце, ну. Капец, ноль солнца, понимаете? Ну типа, окей. Ну зря. Прочистит, ладно. О, все. Но это все равно, когда... Замена кактуса. Когда срабатывает это, то ты уже понимаешь, что ты как бы проиграл в этой игре. Но его надо часто юзать, надеюсь, он быстро перезаряжается, конечно, ветродуй. Туман, он сдувает туман, слышите этот? Я забыла об этом. На грибах, наверное, будет тактика, все, задолбали эти растения уже. Никаких кактусов. Может, что-нибудь водное там взять. Кувшинку, например. Давай кувшинку, например, да. Можно и без кувшинки пройти, конечно, но... солнце гриб. Пользуйтесь кодом пиньята и посмотрите на зомби. Можно. Чё, солнце гриппа? А, да, точно. Вынуждает мне брать такие растения, вот это вот. Что это? Жуткая музыка. Пината. А? Да что ж такое? А что это такое? Не разрешает пользоваться мне растением. Ой, этим кодом. Я чушь всякую несу, я спать не хочу. Я икаю. Потянись, высоту вытянись. Потянись за солнышком, да? За ночным солнышком. Все солнышко у тебя украду там. У него тут и так нету. Ночь. Бай. Муся не ответил на вопрос, а значит он не знает, а значит два ему все. Что такое фотосинтез? Вторая по типу спаута. Чего? Да, я слышу, что шарик летит. Нет, он перепрыгнет. Ну, хотя бы отстанет ненадолго. Будет плыть там. Плыть в рукопашную. Я вот не знаю, как это назвать еще.
О, опять шарик полетел. Слышите, шарик. Шарик, слушай. А где? А нету. А нету! Что происходит вообще? Я вообще не слежу за игрой ни хрена вообще. У меня пустая линия тут стоит, и мне норм вообще. Опять у меня все сломано, там, кривое, косое, не знаю. Не... Быдло перепрыгнуло, съела гриб. Вот так поставим, он когда перепрыгнет, у него будет времени, чтобы сдохнуть. Вот. Лохи, ха-ха, лохи на той клетке появились. А вот этот вот перепрыгнул тут. Жрет он. А у меня... Не, вы смотрите, я гений тактики или с чего? У меня просто пустая вот эта вот линия, которая нахрен не нужна мне в самом начале. Ну, о, почему? Зачем? Зачем? Почему вообще? Что? Ветродуй! А чё ты не сдох? Не понял. Это чё, для ветродуя, что ли? Наверное, я же ставлю... О, тако! Вы собираетесь делать тако? Ты нашёл волшебное тако! Он просто был крепечка. А, ой, косарь. Косарь. А чё так мало? Гнилой тако, который выпал с зомбаря там с кармана, блин, с трусов. Я не знаю. Давай, приятного аппетита. Так. О, мини-игра! Вот. Я и мой приятель Харви раньше нечего делать били вазы. Но Харви уехал из города, поэтому ты пойдешь со мной, Харви, ну вот два. Разбивай, как хочешь, Харви. Ну давайте думать. Ну тут гаргантюада не будет, поэтому ладно. Сейчас как самая умная буду играть. Они, наверное, они не исчезают ли? Они исчезают. Сложная игра вообще, капец. Вазы. Ну теперь мы знаем, что там растения. Не забивай слишком быстро. А если хочу? Ну, там, где вот листочек, 100% растения. О, да спасибо, как капитан очевидность. Я думала, здесь вообще... Ой, нет. Так. Нет, они исчезают. Нет, нет, жирный. Убирайся. Да что так имбово-то все это? Потом будет сложнее, когда вот режим этот откроется вот. Здесь уже должно быть сложнее немного. Вау! 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 Ой. Вот это я понимаю. Я ж... Ладно, везде выставлю их. Как обычно. Я уже на рандом их выставила. На самом деле не так надо. Изи! Ну все, у нас землекопы вот такие поперли, все. Зомби-землекоп, реально же землекоп. Вот это вот, вот только ради вот одного моба. Он же вроде один такой, который наоборот идет, да? Только ради него одного, да, существует целое гребаное растение. Когда не пробовал это в игре, конечно, делать, но, по-моему, его можно взорвать как-то. Вот. Мины, по-моему, он проходит. Не, он через картофельную мину попробуй, не там. Проходит. Не проходит, я помню. Не проходит. Можем даже. Ну тогда просто мину можно взять и все, собственно. Вот. Но новое растение я все равно хочу взять, чтобы. Ну что, мы же каждый раз новое растение сюда берем. Здесь нет никакой защиты. Блин, он не справится ни хрена. А это сожрет его сейчас. Давайте, давайте, три раза успеть выстрелить, там четыре. Чел пришел. Ну вот, придется мне двойное растение ставить. Режим пазлов какой-то открыт, смотрю. Блин, этот чувак выйдет. Может картофель, конечно, здесь поставить. Только у меня вот тут полная чушь, конечно, с тактикой опять произошла. Произошел прикол очередной. Теперь все как попало стоит везде. Вот она, уникальная защита будет от зомбаря этого. Внизу такая, вверху такая. Нет, здесь зомбарь идет. Мне нечем его убить. О, черт, что делать? Реха нет. Ореха нет, нажри орех. А я что-нибудь придумаю сейчас. Вот он еще, этот землекоп некоторое время еще стоит, только потом жрать начинает. Блин, у меня опять тут проходка. Что делать? Нет, я не успею орех. Говорю, пусть идет. Орех. На. Сейчас их раскатает, ладно, неважно. Катай. О, а все что ли? А в смысле все? Я даже не насладилась геймплеем против... Даже картошка не взорвалась, которую я специально поставила против вот этих вот челов подземных. Ладно, мы поставим вот это, новые растения поставим. Оно тоже, кстати, против зомбаря этого работает. Его не любит почему-то этот звездоплод, который похож на карамболу на самом деле. Карамбола, или как ее правильно называть. Вот это, получается, уже не нужно будет. Блин, растение реально на один уровень. Потом нам дают сразу же звездный цветок. И все, нам это растение вообще никогда больше не нужно. Оно самое бесполезное, я не знаю. Собственно, этого достаточно, чтобы драться все. Чтобы драться, сражаться. Когда мне уже дадут такой гриб, который будет отнимать всякие ведра там и прочее?
Все нету и нету. Все нету и нету. Ну где он жрет? Вот. Вот здесь, вот внизу. Все будет. Гипертактика, короче, вообще будет сейчас. Тебя тут спрашиваю, какую ты икру больше любишь? Первую часть или вторую часть? Ну, растений. Ой, не знаю. Мне вторая тоже нравится, поэтому мне сложно немного. Потому что она очень разнообразная, в принципе. Первая, она как бы классика такая, все такое, с ней все началось, она мне нравится. Ну, я и вторую не считаю плохой, я знаю, что очень много, ну, как бы немало таких мнений, что вторая, мол, она плохая, там все такое. Не, ну, для меня, мне она нравится, не знаю, поэтому... Каждая хороша. Вот, примерно так. Давайте, растите уже всякие грибы уже и прочее. Надо стенорехи где-нибудь ставить, начать. У него нету руки, блин. И его вполне можно каким грибом замочить. Надо было сразу поставить. Потеряла грибочек, понимаешь? Просто потеряла грибочек. В принципе, достаточно просто помнить, куда ты что поставил. Не надо будет туман сдувать, это не обязательно. Блин, у меня... Мне дали вот этот... Вот это растение, чтобы я им оборонялась, а я тут вот это поставила везде. Да что, зачем? Я хочу ее поставить, чтобы... Я же беру растения для того, чтобы их показывать, как-то юзать, но я их не юзаю! Просто место не находится. Ты гравий на вас, на самом деле, да? Не хватает у меня солнца, чтобы вот, например, орехи вот здесь вот поставить нормально. Тут и вот здесь. Сейчас буду, значит, на звезды вот эти копить. Ну солнце надо! А где землекопы-то? Ни один еще не приполз. Я думала, они будут там в середине уровня сразу поползать, но их вообще нет. Так, вот здесь где-то не хватает. На самом деле, фруктовый вот этот цветок достаточно имбовый, если правильно вырастать, если его дохрена будет. Да ёлки-палки, опять несимметрично получается. Опять несимметрично? А где несимметрично? Это все симметрично. Ну, не, ты... просто цветка не хватает. Тут есть ряд грибов, а ряд этих кокосилов виденных не получается. А зачем мне ряд? Симметрично по отношению к центру, и все, хватит. О, копается, копается, копается. Я его слышу. Вон он сверху копает, сейчас он взорвется. Чекаем. Буф, просто лбом. Я смотрела какой-то айсберг про ПВЗ. Увидела, что игр в этой серии на самом деле вышло уже просто дохрена. Просто. Я вот когда-то давно я вообще не знала, что есть какие-то продолжения, но потом я когда-то увидела на ютубе тот же Garden Warfare и думала, вау, я хочу, в принципе. Но вроде как это было то ли на консоль, то ли что там было с ней. Ага, здесь вот с ведром оказывается. Фига себе тут. Настрелять кого-то. Нет, он сожрет. И у него даже ведро еще не упало. Мее. О, имба, вообще имба масхевная. Вот это вот супер вещь вообще. Можно теперь без орехов играть. Юбочка тыква выпала. О, прыгуны вот эти вот. Но против них вроде высокий орех помогает тоже. Юбочку взяла, потому что новое растение. Уже приходится внимательно наблюдать за тем, кто там вообще, что там выбирает растение. Не то, что ты по рандому там выбрал и все. А вот этот вот прыгун... На... Как это называется вообще, вот эта пружина, на которой он прыгает? Надо было прочитать хоть, как это называется, этот зомбарь. Нет, солнце не собрала! Он перепрыгнет, интересно, картофель? Или взорвется? Мне вот что интересно. Перепрыгнет, думаю. Я совершила недопустимую ошибку, я не собрала солнышко вначале. Теперь мне будет его не хватать всю жизнь. У меня будет острый дефицит витамина D вообще. Острый дефицит кальция. Кого бьют? Вот. Он где-то стреляет, но я даже точно не уверена, на какой линии. Где-то внутри тумана здесь. По-моему, вот в самом низу упало. Мне тоже показалось, что внизу что-то упало. Может, грибы в конец ставишь, мне так страшно было. Можешь взять эти солнечные грибы и поставить на задний ряд их сразу, где копатели придут, поставить им тыкву. Копателя нету. Нету. Да. Я думаю просто... Непонятно, почему так впереди, ну ладно. Я думаю... Не знаю, о чем я думаю. Что ты думаешь-то? Вот этих звездопадов как раз-таки, да, надо было впереди стать. А я сюда грибов понаставила. Да ё-моё. Полный кринж-тактика. Вон, прыгает, прыгает. Не поможет вообще ничем. Да прыгает ведь. Нет, а что делать-то? А что делать-то? Орех. Нет. Короче, пора копить на орехи просто. Да блин, еще и внизу у меня проели. А чем у меня нету, блин? У меня нечем. Драться вообще не стреляет. Не разобьет. Не сможет. На стене орехи. Просто куча надо. Надо запомнить, где он стоит. Куча надо просто солнца, капец. Вместо вот этих вот, ну или грибочков маленьких, нужно тоже поставить звезду, вот эту звездоплод. Блин, ну кто-то плавает уже. Ё-моё, я не знала, что там кто-то есть. Ну вот, туман меня заскамил. Ты чё? Я сюда хотела поставить, там что-то есть. Не видно. Кто здесь? Блин, опять солнца не хватает, капец. Дай мне еще больше солнца, чтобы хоть что-то, блин, поставить уже, ну. О, понеслись эти прыгуны. А у меня стенорех всего один там стоит где-то.
И то он уже там качается. Не знаю, насколько он хорошо себя чувствует. Пропрыгал уже. Убьет его? Кто-нибудь его убьет? Его никто не убьет! Его некому убить просто. Капец. Мне просто солнца почему-то не хватает. Все, что-то пошло не так с самого начала. 165, блин. Все. Целых две каталки этих потеряла. Ё-моё. Снимает зомби-шлемы и другие металлические предметы. Наконец-то магнит этот дали. Вау. А он монетки не притягивает? Не, монетки он не притягивает. Я сама вспомнила. Все. Сама задала вопрос, сама вспомнила ответ. Ну тут летун еще есть. Два бесплатника, высокий стенорех, на который у меня никогда не будет денег. А ты что без кувшинок пойдешь? А вот кувшинки-то некуда совать. Вот я и думаю, сижу. Зачем тебе вот... высокий стенорех вообще? Ну, чтобы защищаться от этого, но мне на него солнца не хватает. Так у тебя магнит будет работать против прыгуна. А-а-а, он работает против него. Да. Ну все тогда! Чё, ясно, ну не шаришь, не шаришь. Да я забыла уже. Главное, взяла это растение и забыла вообще, для чего я его взяла. Но я знаю, что он ведра там снимает вот это все. Вроде много грибов этих солнечных, но все равно как-то защиты мало. Уже жрут он. Уже кого-то жрут вот. Срочно. Меня съедает здесь все! Что делать? Жить. Хоть грибом, хоть чем-нибудь, что у меня опять на цветок не хватает. Опять у меня симметрия развалилась. Проели все. Все проели! Все сработало, притянули ведерко, наконец-то. Смотрите, сколько пустого места, капец, это все из-за тумана. Лютая тактика вообще. Грибами одними маленькими сражаюсь. Потому что ничего больше дамажного, кроме грибов, у меня нет. Вот этот гриб здесь вообще абсолютно ничего не делает. Уж лучше второй горохострел вот такой ледяной поставить. Я, конечно, понимаю, что два льда это не сила, но он хотя бы дамаг будет наносить. Вроде больше, чем гриб наносит. Я вспомнила, как я делала фармилку монет. Все. Ну и как? Поле ромашковое. Где и пингвини? Вот одна-две вот таких вот грибов. Одна-две грибов, короче, золотых, которые собирают монеты. Гривны. Летают тут всякие. Не надо летать тут, нет. Вот туман приближается, сейчас записку сотрет. У меня тут, между прочим, ответственный момент. Записка вот пришла, понимаешь? А, да. Рассказывай. Приходи ко мне за мясным рулетом. Дверь оставь открытой, а лужайку пустой. Любящий мама, не зомби. Да, да, остроумие вообще. Юморок игры. А, дождь. А, сейчас мини-игра будет. Почему так стемнело? Это не игра бру. Здесь, по-моему, только время удара молнии будет видно, что куда ставить вообще. Это черный экран эдишн вся. Главное, музыки нету. Такая атмосфера лютая вообще. Это хоррор, как ты в него играешь? Жутко. Меня зомбайт прошел, а мне его абсолютно нечем ударить. Ужас. Вообще, буквально. Просто нечем. Одни водные растения дают. Как я должна его убивать? Лоу, мне просто не дают ничего. Ну ладно, пусть его раскатывают, видимо. Куда ставить-то? Не видно! Ничего не видно! Все, оборона тут такая, какая-никакая есть. Теперь просто рандомно, вот куда воткну, туда и буду ставить, видимо. Отсюда. Все. Тут уже сожрали, я смотрю там. А мне ветродуй нахрена? Если только над водой летят, потому что там сейчас кактусов нету. Мне нужна кувшиночка. Кувшиночку надо. Е-е-е, все. Оборона против шариков у меня есть уже. Ветродуй мне теперь нахрен не нужны будут. Блин, это самый тревожный уровень вообще в ПВЗ, когда-то есть. Боже, что происходит? Куда ставить? Вот, поставила называется. Отвратительно поставила. Ветродуй даже поставить некуда, чтобы его потратить просто. О, здесь она что-то поставила. Здесь случайно. О, это растение с крыши, слышите? Неужели мы на крышу идем? Это растение для крыши. Достигнуто достижение. Вау.